Сотрудники Рязанского управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли 20 тысяч бутылок различного вида фальсифицированного алкоголя. Была получена оперативная информация о том, что в городе Рязани по Ряжскому шоссе в складском помещении осуществляется незаконное хранение и реализация фальсифицированной алкогольной продукции. В ходе отработки поступившей информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция. Среди изъятых образцов фальсифицированной алкогольной продукции есть как дешевые образцы, это водка, так и образцы и алкоголь более известных брендов. Незаконный бизнес организовал 37-летний рязанец. Оперативники пытаются выяснить, где, как и в каких количествах им реализовывался безакцизный алкоголь. При визуальном осмотре изъятой алкогольной продукции можно установить сразу, что этикетки нанесены некачественным образом, этикетки наклеены неровно зачастую. Часть этикеток изначально отклеивается от бутылок, что подтверждает факт фальсифицированности указанной алкогольной продукции. На сегодняшний день проводится оперативное мероприятие по выявлению всех нюансов, связанных с данным преступлением.